25 квітня Луганське енергетичне об'єднання припинить постачання електроенергії на непідконтрольній Україні території. Прийнята у 2015 році постанова Кабінету міністрів зобов'язала компанію постачати електроенергію на окуповані території. Впродовж 2,5 років так звана ЛНР отримує українську електрику на суму в майже 300 мільйонів гривень щомісячно. Але гроші так і не надходять на рахунки компанії. Ситуацію нашому радіо прокоментував прес-секретар Луганського енергетичного об'єднання Євген Насєткін. 18 апреля ми отримали письмо, повідомлення з предупрежденням від державного підприємства «Енергоринок» о том, что 25 апреля разница перетока электроэнергии на непокрытой территории будет полностью прекращена. В письме также прилагалась информация от Минэнерго, то есть это с тем, что они согласовали прекращение разницы перетока электроэнергии. Как это произошло? Как мы часто говорили, существует приказ Минэнерго номер 440 от июля 2015 года, которым регулируется порядок отключения либо ограничения перетока на неподконтрольную территорию в случае низкой оплаты за электроэнергию. То есть сейчас правительство, Энергорынок и Укрэнерго смогли достичь такого результата в ответ на наше обращение, которое мы отправляли к ним в течение последних 2,5 лет. Задолженность НПТ за электроэнергию на данный момент составляет уже более 5 миллиардов гривен. ЛЭО, Луганское энергетическое объединение, должно энергорынку более 5 миллиардов гривен. Ну и вот такой результат. Отключаем электроэнергию, переток не Луганское энергетическое объединение, отключает Укрэнерго. Такой момент. Электроэнергия туда поставляется по магистральным линиям от Луганской тепловой электростанции. Рубильник не в наших руках, это нужно было решение правительства, Минэнерго, там содействован Энергорынок, Укрэнерго, и вот это решение наконец-то принято. Мы относимся к этому положительно.